Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Days After. Так, шипованная бита, я до сих пор так и не сделал. Еще с прошлого раза. Аптечка. Рюкзак заполнен. А чем у меня рюкзак заполнен? Ну-ка, покажи-ка. Ну, как обычно, хламом. Чем он еще может быть? Ребята, у меня заполнен. Так, слушай, а можно сюда половину всякого хлама выложить? Верно же? Вот это я, пожалуй, заберу. Блин, биты, все это поломанное, переломанное. Столько всякого хлама, а. Уши, пробки, рецепты. Так, книги чтива. Книги чтива, да, значит, сюда, наверное, вот так поставим. Слушай, по-моему, карту... Чтобы создать карту, нам нужно 3. По-моему, так. По-моему, так. Только вот вспомнить бы, где это все делается. Так, сажает тыкву. Это все понятно. Вот. Вот. А, нет, ребят, 4. Я думал, что 3 нужно. 4. Короче, надо будет еще искать. Так, здесь у нас что? Пластик и селитра. Прям написали. Пластик и селитра. Взять этот калаш, что ли? Так, здесь вот гвозди, да, по ходу дела. Ну тут не только, а тут еще и петли всякие. Шкуры. Так, сюда уши. Ухи мои, ухи! Так, выкладываем. А почему здесь шкуры лежат? Шкуру мы заберем. Так, вот это вот выложим. Так, здесь у нас камни, глина. Камни, все вот это вот выкладываем. Глина, ну глины у нас нету. Сортировка. По идее, вот это вот надо брать, ребята, и ломать, понимаешь? Просто в наглую выламывать это вот все. Потому что оно засоряет просто инвентарь элементарно. Я так, пожалуй, и поступлю. Топорики вот эти вот, это все будет у нас идти на слом. Надоело вот с этим хламом бегать. Пускай ломает. Так, здесь доски. Шкуры. Шкуры, тряпки, да, получается? А куда вот у меня вот эти вот все изоленты, вот это вот все? Здесь? Ну, здесь вот это вот. Давай, наверное, изоленты тогда сюда выложим. Клей. Пробирка вообще не здесь должна лежать. Селитра. Пускай селитра. Хотя она должна там лежать, но я ее фиг с ним, ребят. Положу ее здесь. И еда. Курдюк с водой взять. Ну, у меня есть 3 штуки. Так, где-то здесь... Что там за картинка? А, там собака. Вот, вот сюда, по-моему, да, если не ошибаюсь. Нет. А, вот они, пробирки. Сюда, в хлам. Я назвал это хлам. Все. Семена, крышки. А крышки куда? Я не знаю, давай сюда поставим эти крышки. Но семена вот сюда тогда вложим. Вроде бы все пока здесь. Так, давай посмотрим, что у нас там. Да нет, мне не это надо. Я хочу вот. Так, сквозь треск и помех становится что-то слышно. Попробуйте начать поиск сигнала. Так, он хочет получить вяленое мясо, петли, ну или металл, плюс этот. Я, наверное, ничего ему не дам. Не то, что я вредный. Просто у меня ничего такого и нету. Пам-пам-пам-пам. Так, заходим сюда. О, мы можем кое-что приобрести, но пока, подожди, пока я... А ты со мной не... Нет, он просто торгует на этом. А где моя девочка? Скажите-ка мне на милость.
Она же должна же быть здесь. Так, лавка клана. За достижение клана здесь я могу покупать. Слушай, а где клан? А как клан создать? Друзья мои, вы знаете, как создать клан? Слушай, тут нужны тряпки, я смотрю. Тряпки и что там еще? Тряпки и петли. Насчет петель вряд ли, а вот тряпки. Тряпки, по-моему. Тряпки есть. Тряпочки есть. Нужна, блин, всего лишь металлолом. Одна штука. Слушай, а вот это что такое у нас? Служит украшением ангара. Ни у кого нет, а у тебя есть. Да у меня тоже нету. Как посмотреть, если... Так, в печке-то что-нибудь там делается у нас? Металлолом бы где-нибудь найти. Надо, наверное, сходить, мне кажется, на рейд за, именно за металлолом. Так, шмотки. Это же разве шмотки, это бред. И вообще, как хоть одет-то? Давай-ка посмотрим. Так, тут у нас соревнование точки и горячая погоня. Забрать. Угу, так мне и дали. Забрать, ага. Пропуска нет, поэтому фиг ты что заберешь. Так, пластик селитр. Вот сюда надо было селитру, в принципе, выкладывать. Ай, фиг с ним. Ботинки, мачете. Мачету я возьму. Так, ну, вышка. Это максимальный уровень. Я ее прокачал до 4 уровня. Так, это нам не нужно. Кто-то тыкнул непонятно куда. Так, а здесь-то что у нас? Аптечка. А почему я не забрал? Вот, все. А по машине что там еще, блин? Вот где вот эти вот детали взять? Можно найти где? Ящик Мердока и в игровом магазине. Используется для крафта. В игровом магазине. И все? А ящик Мердока где взять? А ящик Мердока нигде не возьмешь. К сожалению. Плохо? Так, флаг тут у нас еще какой-то флаг. Однажды твой флаг будет гордо реять на ветру именно тут. И нигде иначе, да? Подожди, я что-то не могу понять одного. А где моя? А, вот куда нам надо же. Что там у тебя? Свидание. Все забрали. Так, ей нужно... Что нужно ей? Нитки? Изготовление предмета. Наверняка красиво смотрелось на чьей-то шее. От укуса не спасло. Но это нужно... Всякие предметы, блин, надо получить. Я могу где-то найти? Ну-ка, мужик, у тебя есть? Обновить. Ушел. Ушел, блин, обиделся. Твою налево. Загрузил. В общем, короче, надо металлолом. Где его можно найти, металлолом? У подножья скал. Да, тут везде можно, ребят, много где. У подножья скал, там еще где-нибудь. Доски, камни. Блин, ну с металлолом действительно беда. Песики, вы будете у меня кушать мясо?
Так, им куда? Им надо в миску же, по-моему. В миску. Осталось еды на 16 часов. Ну, нормально 16 часов, чего? Не нравится. Задание. Обрывок ткани 8. Найти. Изготовить сосновые доски 10. Сосновые доски 10. Шипованная бита. Медведь-мутант. Медведь-мутант. Нормальный расклад, ребят. Помните, мы, по-моему, валили, кстати, мутанта-медведя, да? Или не валили, я не помню. Вот он здесь. Фига там чувачка, или это... Чувака он там зафигачил не кисло. Ну что, мы можем пойти... Сюда можем пойти. Не, к шерифу не хочу. Блин, а металлолом где проще найти? Здесь нету. Там гвозди. Трубопровод. Лучшая добыча. Шахта. О, подожди-ка, а что это у нас тут? Это точка сброса. Я точку сброса не переживу, ребят. Мне завалят. Это эти гаденыши. Мутанты. Могильный лес. С кучей собак, да? Еще уровень сложности можно выбирать. Так, мне непонятно, где... Так, небольшая деревня. Так. А что он меня туда зовет опять? Вроде задания никакого нету, но он меня почему-то туда зовет. И вот здесь тоже. На эту локацию вообще не могу перейти. Ладно, я пойду тогда вот здесь вот пошуршу. Давай бежать. Может быть, уровень получим. Может быть. Койоты кого-то там. Нет, это волки, да? Косулю там загрызли. Так вот. Забираем. И знаешь, что я хотел? Вот так вот сделать. Будем с ножами с тобой. По привычке нажимаю на кнопку, чтобы сделать у ворот. В этой игре у ворота нет, к сожалению. Все, забираем. Так, подожди, это что у нас такое? Так, мужик, что тебе опять надо? Эй, постой, да, ты, послушай, можешь нам помочь, пожалуйста? К делу. Тут бандиты, да, я понял. Тут у тебя все время бандиты, тебе нужно тряпок, мяса, всякого хлама немерено. Которого у меня, ну вот я могу тебе дать доску, пока. Мясо могу тебе выделить, пока все. Так, поговорить с Джон, локация водокачка. Начать отслеживание. Ну, это все понятно, ребят. Это мы сделали. Это он меня отправляет туда к бандитам наверх. Что-то мне неохота, если честно, туда идти. А ведь придется. Фига ты псих. Идиота кусок. Ну, как он побежал? Как будто последний раз в жизни видит кого-то, блин. Это этот угрюмый дебил. Подожди, а что он так быстро бегает-то? Нас... Ой, жму не туда. Сэма нас с удара вынесли.
Нужна ли мне эта пробирка твоя? Вот в чем вопрос. Она вряд ли мне нужна. Так, необходимо 3 доски, 3 камня, чтобы сделать молоток. Заберем. Давай-ка я экипирую эти ножики. Вначале будем ножики эти тратить. Ну ты-то куда подорвался, придурок, блин? И три часа стоит. Он даже ничего, он даже, ребят, никуда не двинулся у меня. Прикинь? Просто стоит, как дурак. Вылупился, блин. Я ему говорю, беги, он стоит. Че? Да ничего, ё-моё. Дурака врубает, блин. Так, скоро уровень 26 будет. О! Что там припрятано? Что вы там припрятали от меня? Показывай давай. Опа-на. А вот это вот надо, ребята, забирать. Вот это вот. Это я заберу. Так, доски эти. Это я туда перейду, и там будут кто? Там будут меня ждать бандиты. А что тут нью? На, сразу минус черепундель. Дорался? Свистопляска. Веревочка. По идее, веревочка нам пригодится. Друзья. Вот пробирки эти, я не знаю для чего. Ну, а кто там? Все. Далеко не убежал парень. Беся в этот бегун. Кабан, то с удара выносишь, то не с удара. Почему по-разному-то все время? Что здесь? Угу. Пирог этот еще. Ладно. Шипастую биту, блин. Создай, говорит, шипастую биту. Так, у нас проход. Где у нас проход? Вот здесь, да? Вот здесь у нас проход. Так, я еще где она? Вот она. А у кого тогда еще одна штука? Каменный топор. Изготовить. Но мне нужна каменная кувалда. Все, типа, сделал. Башмаки. Самодельный кастет. Верстак у меня есть, да? Железная труба. Коврик. Самодельный лук. Стол камечка. Руководство выживания. Вот что нам нужно. Вот, ребята, руководство выживания надо делать. Коробка конфет. Вот оно что. Использую для уничтожения нор. На 26 уровне коктейль Молотова мы сможем изучать. Делать. Так, ну что там у тебя, мужик? Держи полено. Тряпки. Блин, а я мясо выложил, да? Курдюк с водой. На.
Так, веревку. Веревку только я одну почему-то здесь нашел. Это я выпью. А где вот это взять? Ребят, где взять вот эту штуку? Служит водяной фильтр. Чего там уже рычит? Уже унюхал, да? Сэмон. Ай-яй-яй, активировался. Штаны напрочь сломал. Но это не беда, у нас есть старые штаны, которые, кстати, тоже сломаются. Обязательно. Ухи мои, ухи. Долго же их приходится бомбить. Еще радиация это накапливается. Это я возьму. Так, подожди секундочку. От радиации мы можем, в принципе, сейчас вылечиться. Стоит ли? Наверное, не стоит. Так, ягодки, поленцы. Ну, у нас штаны и орудие скоро выйдет из строя, показано. Новая еще, так скажем, шляпа у нас. Шапка. Шапка более-менее новая и ботинки. И крысы такие. Забрал, стоят. А что случилось-то? А куда, что, где? Ну что, мужик? Что нам тут тебе отдать-то? А ничего. Пошел я тогда делать этот мостик. И мне нужно будет переходить к бандитам. Ну, меня же здесь раскумарят, ребят. Бандиты-то эти. Что-то не похоже это на бандитов, если честно. Это похоже больше на обычных зомби. Веревочка нужна. Камешек поднял. Волк. Не скули. Скулит он мне там. Водяной фильтр. Где водяной фильтр? Нужен мне он срочно. Так, ну это я, наверное, сразу использую. А вот это вот мне надо взять. Так, пирог, что ли, схомячить? Визельна-то нужна. Кто там? Ну, вон, ёпарас, это уже рейдеры, ребят. Тут уже рейдеры у нас. Так, нашивка рейдерская. Это что тут? Шкуры. Так, я здесь проверял, да? Все получается. Нет, подожди, тут что-то не то, ребята. Я помню, что рейдеров должно быть здесь много. Что-то как один. А, вот, наверное, здесь сейчас будут. Вон они, блин. Это сбитая-то фигня полная. На, минус в хлам его. Дай-ка я ножичек возьму. Он что там, с оружием, что ли? Он с...
Я голожопый теперь, блин. Эффект. Используем. Даст оружие он мне какое-нибудь? Да черта с два он там тебе даст тебе оружие, конечно. Вяленое мясо нам нужно на обмен, да? По-моему, ежедневка там была у нас. Просили, дай вяленого мяса, мужик. Дай чуть-чуть вяленого мяса. А вот пробки для чем? А, у Венди для точки сброса. Вот оно что. Нафиг мне эта трава не нужна. Травы у нас и так много. Кто там? У меня есть мачете. Я могу мачету взять. Ну, надо все-таки, ребят. Ну, вот это меня удивляет. Это меня... Так, а что он не берет-то? Офигеть, сколько нужно было этого, чтобы он взял, поменял. Понимаешь? Так, подожди, наверное, я лучше биту вот эту экипирую. Да нет! Ты издеваешься надо мной, что... Ну... Да я знаю, что где ее можно найти. Нафиг мне твою экипировать, вот, все. Итак, у нас получается бита и мачете. О, там еще кто-то ходит, шоркается. Посмотрим, как мачете. Ну, пойдет. Так, а это у нас что? Сера. Наверное, пригодится нам сера-то. Олененок, ты меня не видишь. Кто там? Там зомби ходит. А если, например, сзади, из-под тишка со спины? Слушай, работает крит. Крит, ребят, работает. Блин, здоровье, конечно. Вот гвозди. Гвозди тоже мне надо взять. Куда это все укладывать-то? Так, что ли, взять? Кто там? Что там рычит? Да, блин, они мне здоровье так... Они здоровье меня куцают просто. Иди гуляй, Вася, называется. Так, подожди, я этого-то прошмонал? Засыху-то вот этого мелкого нет? Ухи, отдай сюда. Что они тут охраняли, а? У меня 34 хп, ребят, надо возвращаться на базу. Шапочка. Шапочка. Не, надо на базу идти. Я вот единственное не помню, если мы возвращаемся. Ох. А вон то я шоркал, интересно, или нет. Если мы возвращаемся. Что? Блин. Джорджи, ну как же ты. Как же ты так напал-то на меня, а? Втихушечку. Если мы возвращаемся на базу, а потом приходим сюда, зомби восстанавливаются или нет? Я вот не помню, если честно. По-моему, нет. По-моему, зомби не восстанавливаются, ребят. Скоро 26 уровень. Так, ладно, давай сбегаем к этому старику. Отдадим ему, ну, что хотя бы нашли. Вообще, на вот эти вот именно рейды нужно ходить с минимальным рюкзаком.
Чтобы у тебя было место, чтобы ты там мог набрать весь этот лут по максималке. Так, что там, мужик, тебе надо? Ты уже забыл. Мясо, мясо, на, держи. Что, правда, не все нашел тебе? И поленья не взял. Ладно, я пойду сбегаю до дому. Выкладывать, наверное... Ну что, выложим клей? Наверное, выложим клей. О, ребятушки, самолет. Самолет — это очень... Это очень даже хорошо. На самолете можно полутаться. Очень даже неплохо. Но опять же, туда нужно идти, блин, вооруженным. Ну, не до зубов, но прилично. Ладно, сейчас... Во-первых, нужно хилок набрать. Че, мужик, я же вроде... В плане, я же уходил. Я опять нажал на ту же самую эту. Я думаю, нифига себе, как мы быстро с тобой вернулись. Вот же дом-то у меня. О, смотри, что-то новенькое, ребята. Раньше не было никаких уточек, не летало, а теперь утки летят. Можно было бы это, да, была бы ружбайка. Пиу-пиу, я бы их там всех бы подстрелил бы. Потом бы сделал бы из них жаркое, утятинку. Ох, было бы вкусно. Мне еще задание битву эту создать. Вот, смотри, внимательно. У нас чтиво. Хватит ли нам вот этих книг? Сейчас давай вначале все разложим. Так, вот я знаю, что мы с тобой карту можем сделать. Это точно. Это мы сделать с тобой сможем. Так, левак. Что за левак? Пробки. Мясо там. Все это понятно. Так, здесь. Ну, понятно, что шкуры. Вот эти вот тряпки. Так, шкуры, тряпки. Детали. Клей сюда выкладываем. А, кстати, вот лампочки у нас. О, у нас лампочки, и вот у нас что есть. Это вот как раз нужно же было, по-моему, да? Если я не ошибаюсь. Так, еще по заданию нам нужно было сделать доски. Какие там сосновые, бирюзовые, какие там доски надо было. Сейчас попробуем сделать. Так, это что за досочки у нас? Сосновая доска. Изготовить. Все, зарядили, типа, теперь будут делаться. Теперь будут они делаться. Так, заклепки, уши. В плане. Почему-то, ребята, управление не совсем слушается меня, вот, если честно. Вот смотри, для задания, опять же, помнишь, там можно было ленточки, что-то там соединяешь с чем-то там и что-то получаешь. Камни, глина. Хлама, конечно, офигеть сколько. Вот опять же, тряпки эти. Это что такое? Смола. Пластик, блин, селитра. Петли сюда. Заклепки эти сюда же. Гвозди. Тоже выкладываем сюда. Ну, давай изоленту пока сюда тоже положим. Изоленточка пускай полежит. Так, селитра и все остальное. Это у нас идет, по-моему, сюда. Пластик, селитра. Так, теперь здесь. Что можно сюда заказать, ребят? Мясо. Мясо я, к сожалению, все отдал. Здесь у нас компот, да? Варится. Можно уголька, кстати, заказать. Здесь. Здесь делаются курдюки вот эти вот, водяные.
Здесь эти же курдюки набираются водой. Так, а этот же убежал у нас. Ушел на поиски новых товаров, говорит. Вот смотри. Вот подарить. Блин. Исследуйте больше алкаша, чтобы найти этого персонажа. Тут еще и персонаж будет. То есть ей не нужно вот это вот, да? Не нужно, получается. Так, здесь... Да где вот этот металлолом? Твою налево, блин, металлолома нету, и все. Ты тут что делай? Здесь тоже бревна, шкуры. Бревна, шкуры, так. Бревны, шкуры. Опять же металлолом. Короче, пошел я за шкурами, за веревками и за бревнами. Так, бревна. Шкуры. Бревна, шкуры и веревка. По-моему, так. Там останется только лишь металлолом. Так, бревна сюда. Веревки сюда, шкуры сюда. Металлолом надо. Так вот, с ним-то как раз и проблема, с этим, блин, металлоломом. А вот это что тут еще такое у нас? Стены ангара. И зачем в этом мире прочные стены? Для красоты, наверное. Гвозди, кирпичи, покрышки. Так, ну, по поводу кирпичей, по-моему... Гвозди, кирпичи, покрышки. А вот, кстати, металлолом. Так, сейчас, секундочку, а где же у нас покрышки? Вот. Гвозди, кирпичи, покрышки. Кирпичи, по-моему, у нас где камни? А камни у нас... Фиг, сейчас вспомнишь, где у нас эти камни. А это что за рюкзак такой? Фигня, а не рюкзак, да, скорее всего? Так, по крафту давай посмотрим сейчас, что у нас там по крафту, по крафту, по крафту. Так, карта сокровищ. Изготовь карту сокровищ в ущелье. Изучи 5 чертежей. Кстати, да, по поводу карты сокровищ. Давай, иди сюда, книжка. По-моему, сделать так и вот так надо еще. Сейчас посмотрим. Сейчас мы посмотрим. Изготовить. Так, карта сокровища в ущелье. И, если не ошибаюсь, нам надо инженерию. Где она? О, да. Руководство выжившего создано. А зачем оно нам нужно? Уровень получили? Получили, друзья мои. 26-й. Так нет, ну руководство, и что мне с ним делать? По сути, повышение, нашел его порванным, со следами зубов и в подозрительных бурых пятнах. Наверное, кому-то оно уже помогло. Используется для крафта. Это для повышения уровня. Позволяет найти место, где спрятано что-то ценное.
Так, ну у нас вот эти вот книги есть. Черт, я забыл, что надо. Шины, покрышки. И из головы все вылетело, блин. Ну-ка, подожди. Улучшить. Доски, гвозди, ткань. А вот если, например, здесь улучшить ткань. Что сейчас за звук был? Так, а тут улучшить глина. А что мне показывает, что этот? Вот это вот, о. Так, шанс получить дополнительное сосновое бревно при рубке деревьев. Добавить опыт. Книжка должна быть, что ли, такая? Вопрос, а где такую книжку взять? Убивайте... Так, каждый категорию... Угу. Убивай обычных зомби, чтобы открыть доступ к новым навыкам. Чтобы выучить навык, нужно получить необходимое количество опыта. После получения нужного количества опыта, категория откроется, возможность повышать уровень навыка. 3600. Не дурно, не дешево стоит. Так, вот, ребят, здесь. Улучшаем. Когда я все починю, то смогу здесь собираться со своими спутниками. Вместе мы сможем справляться с любыми трудностями. Ну-ка. Однажды все придет в норму, и мы заживем как раньше. О, смотри, кто у нас тут. Моя красавица сидит. Позволяет брать спутников с собой в походы. Да ладно, ты серьезно? Ты пойдешь со мной? Так, стоимость найма спутника... А, тут... Вот, короче. Это уже для следующего уровня. Суп, там, то все 5-10. Так, а вот здесь вот что? Металлолом, твою налево, блин. Не хватает одного металлолома, прикинь. Ты уже пришел? Вот, смотри. У нас есть с тобой 13 конфет. А нужно... Вот это нужно, да? Ты получил набор выдумщика. Или это не то? А ну-ка. Ну, я тогда просто... Я просто не понимаю, ребят. Нахрена это нужно? Набор выдумщика. Лампочки, тут все есть, гвозди, все, что нужно. Так, вот тут вот. Покрышки. Покрышки, доски, блин, металлолом. И гвозди. Покрышки, доски, металлолом и гвозди. Кирпичи, глина. Вот это вот больше всего раздражает, что ты не поймешь, где что, блин, лежит у нас. Как-то вместо того, чтобы картинки, разработчики бы лучше бы сделали, чтобы надпись была там, чтобы я написал там, ну, древесина или там камень, стекло там, ну, что-нибудь как-то, но не таким же образом-то, ё-моё. Вспоминай там, сиди потом, где там, что там у тебя лежало, когда там что было. В общем, как ни крути, блин, не хватает. Пёсики, давайте я вам мясо дам. На два дня им. На два дня вот этого мяса.
А спутники? Это собаки или что? Добавить щенка. Зачем мне добавить щенка? Мне щенка добавлять не надо. Мне бы... Что вот это вот показывает? А, доступно. Коктейль Молотова. Что он все тыркает мне? А коктейль Молотова с чего делается? Давай посмотрим. Крафт. Коктейль Молотова. Он делается из... Ага. Несет свет и тепло в норы зомби напоследок. Ткань, горючка, жир. Ткань, горючка, жир. По-моему, у меня это все есть. Горючка, если не ошибаюсь, здесь. Или я все это в машину вбухал уже. А как улучшить? Как это леска зеленая, блин. Вместимость 15, вместимость 20, третьего уровня. У меня таких досок еще пока нету. В общем, я побежал, друзья мои, за этим... За самолетиком. Хочу там немножко сейчас полутаться и посмотрим, что там выпадет, что там вообще достанется. Шкуры, покрышки. Фонари. Нашивки. Чтиво. Так, чтиво выкладываем. Веревки сюда. Да нет, нет, нет. Че я сейчас сделал? Забрал, что ли, все? Блин. В общем, выложу это все, блин. Почему такое управление, блин, неотзывчивое? Я офигею, ребята. Я нажимаю, блин, нифига не хочет делать то, что мне надо, блин. Мясо я, наверное, ставлю вяленое себе. Так, а аптечки? Где у нас там знак аптечки? Вот он, плюсик. Да, я возьму с собой, наверное, вот так вот. И какие-то старые шмотки нужно нахапать с собой именно. Тут ботинки вот эти вот дешевые. Кофту дешевую. Шлем этот. Броник. Джинсы. Джинсы, кстати, надо, наверное, экипировать. А кофта есть у меня? Пока есть. Все, короче, я побежал за этим. За самолетом. На самолет. Сейчас там залутаюсь чуть-чуть. Чуть-чуть, блин, залутаюсь. Самую малость, блин. Чуточку вот так вот. Залутаюсь. Если не отгребу, конечно, там по полной программе. Бинты. Где мои бинты? Почему нет бинтов? Ну, здесь у нас будет прилично, ребята. Осталось... Записка... Записка добавлена. Упавший самолет. Раньше это было красивое место. Природа, скалы, потрясающий воздух. Во времена глобальной катастрофы здесь разбился самолет. Некоторое время спустя это место было... Это место обнаружили выжившие и устроили небольшой перевалочный лагерь для охотников. Позже вездесущие рейдеры выбили выживших с этого места. Думаю, я смогу там найти что-то ценное. Запись отсутствует. 10 шоколадок. Рейдеры, блин, вон они уже стоят, эти рейдеры. Говна кусок, что-то на меня руку поднял, а, со своей битой. Всех кромсать. На, битый по башке.
чушь, чепуха. Олень, извини, ты просто попался тупо под руку. Я не хотел его бомбить, но он попался, ребят. Так, а что тут еще веревка какая-то лежит? И вот теперь настало время хильнуться. Слушай, вот это нормально. Подожди, а что проволоку-то? Место есть, а проволоку-то что не взял? Захомячил миска. Ну, я тебе скажу следующее. Что раньше не так было все это дело. Раньше было тут полегче. Сейчас что-то, ну, я смотрю тут. А что, это металлолом, да, это металлолом, это разби. Фига, они тут устроили перебежище. Какой тут нафиг? Я хоть к самолету пришел, точно? Долго без воды, говорит, я не протяну. Раньше такого не было. А теперь тут рейдеры, смотрю, гуляют. Как у себя дома. Так, ура, задание боевого пропуска выполнено. Это какое еще задание боевого пропуска? Вот здесь вот? А, обрывок ткани. Шипованная бита, сосновая доска, железная труба, медведь-мутант. А, медведь-мутанта надо, кстати, завалить. И тогда у нас, ребят, хорошо продвинется, по идее. Слушай, ну здесь, кстати, то, что веревки фармить, это круто. Ой. Я вижу, что там кто-то есть, но я его не видел. Это матерый кабан, блин. Действительно матерый. А если вот так вот? У нас же критовка должна работать, насколько я помню. Твою налево. Ну ты-то куда прибежал? Ну кабан ты несчастный. Усиленная куртка сломана. Сломан. Давай одевать. Вшивую накидку. А перчатки-то у меня. Перчатки не было, ек-макарек. Забираем все. Все, говорю, забираем. Слушай, фарм веревок здесь идет. И мясо. Так, но мы самого ценного еще пока не нашли. Потому что самое ценное должно быть, ребята, в сундуках. Подожди, подожди, подожди. Чего там необходимо? Еще доски. Досок не хватает мне. Так, погоди. Ну да. А металлолом? Да, ребят, металлолом добывается тут только вот таким вот образом. Его тут прилично. Слушай, ну крит сработал. Я его с крита у этого волчару сейчас ушатал. А что такая музыка? Такая серьезная музыка. Я думал, что сейчас там за мной... Оу! Кстати, надо, знаешь, что, шутки в сторону, а вот хилку нам надо поставить сюда, потому что мало ли чего. Мало чего, хильнуться не успеешь, и все, ребята, и тебя кирдык. Издалека увидел, унюхал.
А, он все-таки, если я иду сидя, он, ребят, меня не видит. Намотаем себе это на ус. Он не видит меня. Или просто не хотел меня увидеть. Давай, наверное, вот эту схомячим. Пить-то нам в любом случае хочется. Так, это... Оп, использовали. Ткань забрали. Давай потихоньку со спины его. Ну, видел, да? Хорошо он так получает. Воу-воу-воу-воу! Это ты еще кто такой? Тут не отцепится, да? Да куда ты? Ты... Вот это я встрел, друзья мои. Вот это я забежал, блин, на огонек. Без оружия дальнего боя. Молодец, уходим. Я сейчас опять сюда зайду. Единственное, что я не ожидал. Какой-то здоровяк. Раньше не было никакого там здоровяка. Или я не помню, да не было вроде бы. Такую гориллу бы я бы запомнил. И у меня нет... А, нет, есть автомат, ребята. Может, ему показать? Где раки зимуют, а? Ты что, хочешь сказать, что я все аптечки потратил? Да ну-ка нафиг, вы что? Эй! Пойду его сейчас на глушняк валить. Куда он там, гад? Уйди ты отсюда пока. Где они там? Где-то здесь, да? Так, волк. Ну, волка, я думаю, так разберем. Есть! Дрищ. Ну что там хоть у вас лежит-то? Стоящее есть что-нибудь? Вот это что такое вообще? Валюта из местной деревни на поле на эмиссию, который прибрал к своим рукам мэр. Мэр прибрал к своим рукам. Шапку эту я, наверное, выкину. Шапку я, наверное, эту выкину. Большая нашивка. Возьмем. Так, вот этот вот их лагерь, да, типа, был. Так, недостаточно, говорит, места. Труба. Так, я выкину эти ботинки к чертовой бабушке. Тут тоже выброшу. Возьмем ткань, арбалет, вот. Труба. Но это все дешевый какой-то. Биту эту, наверное, выкинем тоже. Возьми веревки. Палок нету. Не валяется нигде. Я бы создал бы себе сейчас эту дубинушку бы и добывал бы здесь металлолом, а его нету. Вот здесь, конечно, меня круто, да? Поймали. Просто, блин. Забежал, называется, на огонек.
Так, давай вот это, наверное, тоже выкинем. Ну и что, и по итогу все? Здесь больше ничего нормального нету. Мясо. Ну да. То есть, а самого самолета я так и не нашел. Где сам самолет-то разбитый? Вижу, он колесо от него валяется. Как бы самого его здесь нету. Но сюда действительно нужно приходить с этой. А, вот самолет, обломки самолета. Посмотри, какой тупой олень. Прям толкал меня. Толкунчик несчастный. Ну что, вы хотите вернуться сюда уже с кувалдой или что? Что скажешь? Типа прочную шапку можно скрафтить, да? На 28 уровне пушка, оружейный стол уже будет. На 30 еще там что-то будет. В общем, идея у меня какая сейчас, ребят? Выложим все это. Так как мы здесь с тобой разобрали всех, по идее, бандосов здесь быть не должно. Я иду, выкладываю весь хлам, который со мной. Забираю, ну, делаю пару кувалд, иду, собираю там металлолом. Металлолом нам нужен. Беру с собой уши, наверное. И заодно забежим к шерифу. Хотя мне вот сейчас надо было к шерифу забежать, посмотреть по пути, что он там просит. Ну опять тупанул, тупанул, ребят, ну а что сделаешь? Папин топорок. Так. И вот здесь, вот это надо будет как-то все это доделать, шипованную битву. Кстати, может быть, нам отправиться к этому? Как думаешь, мы медведя сможем с тобой бомбануть? Ну, если я вот сейчас, вот в данный момент, прям вот отправлюсь на медведя и шваркну его. Но для этого мне нужны будут какие-то... Ну, какой-то вид оружия мне нужен будет. И оружие должно быть серьезное. А не как это там, Фуфляндия. Рискнуть? Я думаю, стоит рискнуть. Да, я, пожалуй, сбегаю все-таки на этого медведя. Ой, отгребую сейчас, конечно, от него, но что ж поделаешь. Так, веревочки, давай это выложим. Досочки, труба, жир, камни, бивни. Мясо собакам, наверное, отдадим. Так, эти вот нашивки. Нафиг сюда. А, вот. Ну, если это валюта, значит, и это тогда сюда выкладываем. Раз валюта это. Что это за крайний у нас? Что в крайнем... Так. Ну, слабое тут, да? Вот этот арбалет. Они одинаковые. Давай этот выложим. Пистолет заберу. Шампунь, селитру выкладываем. Вот сюда. Собакам отдаем. Подожди, сейчас кое-что гляну.
Доски, доски вот эти вот нужны, блин. Так, у нас, кстати, деревяшки. Только 4 дерева сделано, серьезно. Вот это считается как то, что я сделал, или нет? Найти клан. Сильные выжившие. Необходим 20 уровень. Вступить. Открытый. Количество участников 18 из 30. Так, участники клана могут обмениваться друг с другом. Какое 1521 место? Ладно. Запрос ресурсов я не буду, ребят, ничего запрашивать пока. Так, а как закрыть-то, эй? Так, а закрыть-то как? Твою налево, блин. Да закрой ты, ёпарсы, ты мне вот это вот. Сюда, наверное, да, все. Ну чё, я хотел создать дубинушку вот эту вот каменную. Так, пойдем бревна. Так, дубинка, изготовить. И топор. Камень теперь нужен. А камня, блин, нету. Да ну-ка нафиг. Вот он камень, что ты мне свистишь-то? Камня нету. Свистеть, как говорится, не мешки ворочать, да? Свистеть, не мешки ворочать. Там вот почему-то горит две звездочки. Зачем они горят? Скажи-ка мне, наконец. Так, смотри, вот тут вот ленты. Вот это вот и шоколадки. И все это я где-то видел. Ленты. Шоколадку я, по-моему, здесь вот видел. И какие-то там конфетти. Вот, да? Это я могу теперь сделать подарок? Если не ошибаюсь, вот эти вот подарки я могу отдать. Если не ошибаюсь, сейчас проверим. Нашей девочке. Подарить. Свидание. Фига. Вот так вот пускай будет. Или куда эти конфеты? Или это вот сюда надо? Конфеты нужны сюда. Понятно. Это мне... Это мне, ребят, дофига надо будет конфет лепить. Слово дохренище просто-напросто. Так, ну что, кувалду я сделал. Пойдем добудем там металлолом, а потом уже... Как спутников брать с собой? Тут же у нас было русским языком написано. Позволяет брать спутников с собой в походы.
спутников. Собака, может быть, все-таки спутник. Гуляет по округе. Сопровождает тебя. Собака сел в снежки, сопровождает тебя. Не вижу я, чтобы она меня сопровождала. Аптечки. Аптечки где можно делать? Где они вообще делают? Бинты. Я же помню, что вроде бы такое самое начальное можно где-то... Где-то можно было делать. А где? Не знаю. В общем, я опять, ребята, к самолету побежал. Или все-таки на медведя пойти? Давай на медведя зайдем. Фиг с ним. Сейчас он меня порвет, мне кажется. Без лечки побежал туда. Это же босс. Враги, ё-моё. Медведь, видишь? Сейчас как звездюлей даст мне. Пьем чашечку чая, ага. Пьем, блин. Мы вспомнили совет, не попади под лапы. Чего? Фига, он мощнявый. Не, ребят, я его не одолею. Нет, 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 ты чё? Я просто весь автомат ушатаю, мало того, что звездюлей получу и оружие потрачу, но... Нет. Офигеть. Да. Это, конечно, люто. Мишка, блин, 3700. Чем то бежим? 3700 у него катаки. 3700 катаки. Ой, 3700 катаки. 3700 хп у него. Я лучше здесь пособираю себе спокойненько металлолом. Так, а что у меня тут нью? На почту. Сырое мясо забрать. Забрал. Убей медведя-мутанта. Прекратить отслеживать. Давай собирать осоку. Два опыта всего лишь. Ну-ка, если я поставлю на авто, он будет сам собирать? Да, ребят, пускай он тут собирает. Я здесь все зачистил, так что ему бегать не перебегать. А, он еще и глину собирает заодно. Ну ладно, пускай. Главное, что идет опыт нам. И металлолом. То, что мне, в принципе, надо. А что это такое плюс 2? Это опыт идет или что такое? Ты видел, да? Идет вот это вот. Плюс 2. К чему? К чему-то. А, он и деревья будет рубить. Ну и шикарно. Пускай. 30 уровень бы нам получить. Видишь, металлолом, оказывается, не находится просто так, как я думал. Но я просто забыл, его надо добывать здесь. Пускай он тут бомбит. Я вот смотрю, уровень, я вообще не вижу, чтобы там хоть сколько-то поднимался. Но автомат вот этот, конечно, крутой. Но с медведем... Три семьсот хп. Жестко он меня, конечно, там. Не, если туда пойти с хорошим вооружением, с броней,
с хорошим каким-нибудь, я больше уверен, что есть автоматы и покруче, то, наверное, бы не было бы никаких проблем с этим медведем. Я помню, последний день на земле босс был. Так, больше нечего собрать тебе? Серьезно? Ты все собрал? Там был босс у нас зомби. И мало того, что ты с ним еще дерешься, он еще призывает этих, кучу своих соратников. Вот там, да, там было жестко. Но здесь, я тебе скажу, терпимо. Да, по ходу дела мы все здесь собрали, и можно отсюда выходить. Кстати, можно пройти через шерифа и посмотреть, что он там предлагает. Но это опять же гринд, ребята, гринд, собирать ресурсы, это вот бесконечность. Собираешь ресурсы, что-то обмениваешь, собираешь ресурсы, обмениваешь. И ресурсов никогда не будет достаточно, никогда. Сколько бы ты ни собирал, сколько бы ты ни фармил, сколько бы ты тут ни пыхтел, ни перлел, их никогда не будет хватать. Обязательно что-то надо делать, обязательно что-то надо, блин, покупать, что-то крафтить, что-то там еще. С каждым уровнем все сложнее, 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 сложнее. Ну ты понимаешь, да? Пойдем сейчас посмотрим, что там шериф предлагает. Давай. О, новое лицо в наше общение. Без следов, трупного разложения и с документами, однако. Ну и душок от тебя. А ну-ка, скажи что-нибудь, пока я тебе твои права не зачитал. Ладно, сойдет. Вижу, ты не из тех, ну, не из этих, в общем. Давай к делу, парень. Так, продолжить. Давай-ка, покажи мне там. Да хитрен-матрен. Где там брать? Вот здесь у тебя, да? Так. Ну, это что такое, ребят? Ну, пукалка и... И причем он такой шмот дает. Поюзанный. Пошорканный. Че там рюкзак? Автоматически используют фляги и бочки с водой. При утолении жажды дает бонус 20%. И воюешь, пьешь удобно. Базара нет, удобно. С ним можно тратить... Ого. Ну для этого, видишь, что надо. Адово пламя. Кстати, вот эту штуку было бы неплохо собрать, ребят. Пробивает тяжелую броню противника, наносит полный урон. Вот с такой штукой на медведя. Или вот с такой, прикинь, пукалкой. Трехзвездочная. Тихий ручеек называется. Тихий ручеек. А мозги вышибает не тихо, а на ура. Такой тихий ручеек. В общем, ничего у него нету. Сюда можно, конечно, еще сбегать. Давай зайдем. Да зайди ты, господи, туда-то, ёк-макарёк. Все, начинаешь нервировать меня. Давай, бери мачету и пошли. Остин Пауэрс, на! Веревка. Висельник, что ли? Хорош лутец. Так, вот это вот выпью. Кто там, что там кряхтит еще? Это олень? Кабан, увидел. Засранец мелкий.
Так, рюкзачок. Он там стоят. Сейчас я этого хмыря попробую, Джорджи. На! Взбеленился что-то этот Джорджи на меня, кстати. Это олень. Ладно, оленя тоже шваркнем. По-моему, все, ребят, можно авто запускать. Смотри, у меня не хватает... Слушай, мне не хватает всего 6 гвоздей. И я сделаю шиповную биту. Это оно у меня висит в задании. А че он траву не собирает? Места, что ли, нет в рюкзаке? А что, что ты туда побежал? Туда еще можно было перейти, оказывается? Стоп, тогда подожди, парень. Судара. Марв, я помню этого Марва. А помнишь, мы еще когда-то давно играли, мы заходили в этот, в универмаг, в дебильный, и там такой этот, как его, мальчик-тюльпанчик, или как там его звали? У него это... Как тебе объяснить-то? Так куда, блин, положить-то это? У него вместо головы эти такие, как тебе объяснить-то даже? Шип, не шипы, цветочки, что ли? Ну, типа цветочков, да, у него там было. И он такой здоровый, блин. Мутант. Чистой воды мутант, блин. Бесявый, но... Вот его тоже там. Его прям, по-моему, так и звали прям. Цветочек. Все так забито, что, блин, что некуда положить. Я говорю, ой. Что это? Хочется какой-то, как, знаешь, супер-мега рюкзак, супер-огромный, чтобы у тебя все помещалось. Нет же, блин. У нас маленький рюкзачок, блин, в который мало чего помещает. Вот это, кстати, хороший лут. Пластик, тряпки, стальной лом. Сюда надо возвращаться. Опять же, выкладывать все и бежать сюда обратно. Да. Клановые соревнования. Это на почту улетело. Клановые жетоны, древесный уголь. А клановые жетоны это что? Что? Зарабатывай и открывай награды. А, вот что у нас. Вот что это такое, ребят. Вот, когда мы с тобой что-то делаем. Вот смотри, например. Он бежит. И там такие как бы перекрещенные мечи. Вон, видишь? Плюс один. Все, рюкзак полон, говорит. Разработчики, ну сколько можно вот рекламу? Ну сколько можно? Ну, до тошноты уже. Че не сделали? Реклама. Ну что, мы пойдем, наверное, на мост сходим, да, еще? Сейчас я все это выложу здесь, что мы взяли. Залутаемся на мосту и, наверное, будем на сегодня закупляться. А тут 3 часа ночи уже. О, похоже, у меня гости. Так, а это что, он тут прибыл? Бро, ты что? У меня есть, говорит, разные товары. Ну, иди гуляй со своими разными товарами. Так, мне нужны были гвозди, да?
Так, гвозди. Так, подожди, а разве... Всегда ноутбуки. Ноутбуки, кстати, тоже их как-то надо разбирать же. Используют для крафта дома. Сортировка. Один раз в день я, по-моему, если не ошибаюсь, могу поспать. Так, что, шкуру что ли не брал? Это что такое? Это медный слиток у нас. Так, ну что, вот это вот выложим. Где же все-таки гвозди-то? Вот они. Вот они гвозди. Так, биту шипованную делаем, короче. По крафту. Шипованная бита. Она? Она. Так. А вот эта штука 38. Так, присоединиться к клану. Вы помогли. Общение. Всем привет. 17 часов назад. Я тоже напишу. Здорово всем. Это в 3 часа ночи. Здорово всем. Ай. Ну а чё? Шиповная бита, я сделал это задание, друзья мои. Забираем нашу награду. Так, изучи 5 чертежей. Вот как это сделать? Изучить 5 чертежей первого уровня. Вот как, да? Слушай, подожди, а у меня чертежи же... Ну-ка, секунду. Во. Чертеж, так, улучшение чего? А, вы уже изучили эти чертежи, и все, и... Больше ты не можешь изучать другие. Опять у меня все в разнобойку валяется. Гвозди там. Это туда-сюда, блин. Тряпки здесь, блин. Другие где-то фиг знает где. Так, пистолет, кожа. Сортировка. Досочки выложим, потому что доски нафиг они нам сейчас не нужны здесь просто-напросто. Че, все что ли сделали, нет? Выкладываем. Так, а вот это вот... Вот это вот... Подожди, а где у нас станок по кирпичам? Ну, тесать камни. Вот это вот. Кирпичи. А металл плавить я могу? Слитки. Могу. Нам нужен уголь и металлолом. Так, хорошо, давай, наверное, выложим остальное. И пойду я там доберу, что осталось. Флаконы, вот эти вот флаконы с краской, где они у меня лежат? Здесь? Нет. Хлам? Да. Именно в хламе лежат эти всякие краски.
Вот тут написано древесина, ребят. Древесина, которой нету здесь. Вот так вот. По идее, здесь должны гвозди. Ну, гвозди нарисованы, должны быть гвозди. Здесь не гвозди. К сожалению. Шмотки эти надо, блин, ломать их. Понимаешь, их нужно ломать, ребят. Щенки, щенков нету. Вот здесь вот гвозди. Здесь же гвозди, здесь же петли. Надо каждый день играть, ребят, каждый день играть, боже, чтобы у тебя в голове уже отложилось, что здесь находится то-то, здесь находится то-то. А когда ты раз там в неделю или в месяц заходишь играть, конечно, фиг ты что запомнишь, где там что находится. В общем, побежал я, короче, доберу возле моста все, что там осталось. Как раз там халява. Сейчас мы с тобой нарубим и деревьев там же, пособираем опять камни. Вот сюда вот. Да у нас даже еще энергия останется. На какой-нибудь... На какой... Блин, ну медведя бы, конечно, хотелось бы вольнуть. Ну как? Автобой включаем, пускай собирает наш мужичок здесь все. Так, и вот чертежи изучить. Кстати, у нас почти, ребят, если посмотреть, половина 27 уровня мы уже насобирали. Это, кстати, очень круто. А представляешь, если бы я играл бы, вот не останавливаясь бы с того времени, когда я начал в нее играть. Ты прикинь, какой бы у меня сейчас был бы уровень. Максимальный, наверное. Когда мы в последний раз в нее играли? Года 3-4 назад, да? Кстати, на ПК я хочу тоже начать играть игру такого же жанра, как вот «Последний день на земле», «Days After». Называется Delivery From что-то там такое. В общем, ребята, я вот только не знаю, на каком лучше ее канале начать. О, у нас в животе урчит. На каком канале? Здесь? Или все-таки на ПК игры? Та игра на ПК, ребят. Слушай, тут что, больше ничего нету, что ли, у нас? Прям вот все пособирали? Серьезно, что ли? Что-то я думал, тут у нас дофига чего, на самом деле. Ага, получается, ничего подобного. Да? Так, погоди-ка. Все-таки недолутанные, да, у нас тут, получается, есть места. В плане, как-то я его пропустил. Умудрился же пропустить этих голодранцев. Так, машина, проверяем. Вот как раз и перекусили. Почему, ребят, я выкидываю жир? Ну, потому что он у нас по максималке, по-моему, если не ошибаюсь, в этом. На складе. Вот. Вот, видишь? Бинты — это хорошо. Доски, кстати, тоже хорошо. Все, можно отсюда сваливать. Сваливать. Интересно, а вот то, что вот, например, используем крафт. Чаще крафтим
У нас это хоть как-то сказывается на опыт, на уровень. Это вот, по-моему, если не ошибаюсь, это универмаг. В универмаге тоже там. Будь здоров, что происходит. Бежим домой. Ну что, вот здесь выносливости мы потратили. У нас еще 57. Мы можем сбегать сюда вот в лес. Пофармить, например, лес. Камень, глину. Так, ребят, вялая игра вылетела ни с того, ни с сего. Просто на ровном месте. Как вот хочется так нажать кнопочку. Оп, и все само разлетелось по этим. Ну, ты понял, да? По сундукам. Нет же, блин, надо вот это вот ходить, все тут раскладывать это. Очень много времени уходит, кстати. Да и лень, на самом деле. Я буду нафиг складировать все вот так вот. На бум. Да бегать, выкладывать или за кадром, ребят. Ну, не сейчас. Сейчас я не хочу этим заниматься. Лучше я потом за кадром все это разложу, где это должно лежать. Ну что, наверное, на сегодня будем закругляться, друзья, да? Сейчас я собачку покормлю. На 5 дней им еды достаточно, хватит. А здесь... А кирпичи? Вот откуда я взял кирпичи? Сделать я их не могу. Но опять же где-то нашел. Опять же где-то я их нашел. Давай камни наберем. Поставим с тобой здесь камень в переработку. Пускай наяривает. А здесь заберем древесину. И поставим ее вот сюда. А доски заберем. Все, как-то вот так вот сделаем. Да, друзья. Ну, а на этом, пожалуй-ка, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков.